С вами мода «Нон-стоп» и Светлана Шурыгина. А это значит, что время говорить о моде пришло. Мы в детстве играли с плюшевыми мишками, но мы повзрослели и выбрали себе игрушку друга. Его уже не бросишь в угол, как мишку. О нем надо заботиться, и хочется делиться с ним человеческими радостями.